Молоковское сельское поселение – это 9 населенных пунктов и более 4 тысяч человек, проживающих в них, которые хотят видеть свой родной край благоустроенным и спокойным. Но в последнее время ситуация в поселении была нестабильной, поэтому на выборах в сентябре прошлого года жители избрали нового главу. Эдуарду Арадушкину за короткий период удалось нормализовать работу многих служб поселения и сформировать стратегию работы на будущее. Об этом он рассказал на годовом отчете в местном доме культуры. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Характерным отличием этого отчетного собрания стало количество пришедших на него людей. В зале не хватало мест, чтобы разместить всех желающих послушать новоиспеченного главу. И это не странно, ведь за 4 месяца его правления в поселении было сделано гораздо больше, чем за годы предыдущего руководителя. В первый раз я вижу такое количество людей, которые пришли не по разнарядке. Браво вам! Конечно, сделать что-то кардинальное за такой короткий срок невозможно, но тем не менее цели поставлены, и администрация сельского поселения Молоковское во главе с нынешним главой Эдуардом Арадушкиным начали их активную реализацию. Нужно признать открыто, что те острые проблемы, как чистая вода, строительство больницы, асфальтирование дорог в должном объеме, строительство детских и спортивных площадок, централизованной канализации в деревнях не получили своего решения. И тем не менее, именно 2013 год появилась надежда, что положение изменится. Наболевшим для Молокова был и вопрос правопорядка. Поэтому в конце прошлого года была создана добровольная народная дружина. С этой инициативой выступили жители поселения, и глава с радостью ее поддержал. Теперь на улицах патрулируют полицейские, а помогают им дружинники. Также открылся опорный пункт приема участковыми. В прошлом году никто не видел участковых вообще. То есть милиционеров вообще не было. А тут вот в этом году появилась и народная дружина, и участковые начали работать. Основные проблемы, волнующие жителей, это вопросы ЖКХ и благоустройства. В ближайшей перспективе намечен капитальный ремонт школьных и дошкольных образовательных учреждений. Во всех населенных пунктах планируется установить спортивные и детские площадки, наладить уличное освещение, отремонтировать дороги. Большое достижение для Молокова – это начало строительства станции обезжелезывания. Социальная политика – вот еще один приоритет работы Эдуарда Арадушкина. В поселении действует муниципальная программа помощи малоимущим, выплаты компенсаций, доплаты к прожиточному уровню. Я не хочу говорить о других поселениях, я хочу остановиться именно на поселении, которое я курирую. Мне кажется, здесь избрались достойные люди. Еще одним и очень значимым событием для Молокова стало освящение церкви Казанской иконы Божьей Матери. Будучи построенным 200 лет назад, храм долгие годы находился в разрушенном состоянии. И вот теперь у посельчан появился свой приход. Нам в храм прибыла Казанская икона Божьей Матери. Тоже такое событие для нас неординарное. В целом все присутствующие на собрании оценили работу нынешней администрации удовлетворительной. Жители в предвкушении положительных перемен. Кстати, уже главой намечено благоустройство парка Победы. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.